Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить Mercedes-Benz World Racing. Сегодня у нас событие цилиндр AMG 6. Будет это у нас на трассе город номер 14, конфигурация номер 14. Автомобиль нам дает C-шку 32SC AMG. Скорее всего, это, наверное, кабриолет, да? Сейчас глянем. Так, вот выбранный трек. Вот эта тачка у нас. Ага, C-класс спорткупе. Ну, поехали. Главное, что AMG-шная. У нас 6 соперников. И едем. Сотка. А, круг пошел. Ладно, до 100 мы не смогли замериться. Так, ну набирает хорошо. Там за 200 уже было. Я, правда, в этот момент уже не смотрел, сколько. Скорость. Интересно, она на заднем приводе? Ну, валит она нормально. А эти, походу, тоже МГшные все. Очень быстро, бля. У нас 4 круга. Ладно, попробуем. Хотя, хер знает, получится у меня догнать их или нет, не знаю. Попробуем. Задние-то тоже уже подбираются. Довольно близко. Скотобаза такая. Фух, чуть в отбойник не влетел. И будет прямая, да? Сейчас? А, не, не сейчас. Вот, сейчас будет прямая. И посмотрим, сможем мы его догнать или нет. 75 сотых отставания у нас. Чуть-чуть сокращаем. Сокращаем, но не так быстро, как хотелось, конечно. У него тоже, скорее всего, AMG-шная версия Мерседеса. Они, скорее всего, все AMG-шные. Набирает он хорошо, прям с кайфом. А вот синенький, напористый товарищ. Блин, чуть в ту же стену не влетел. Как в прошлый раз. Thank you.
Через народ похеру, они все равно без коллизии. Нехер стоять так близко. Так, прямая. Пошла. Мы не отрываемся, нас догоняют. Но догоняют, благо, медленно. Ну, такая напряженная, я бы сказал, гоночка. Легко тут не отделаешься. Твою мать. Пиздец. Бля, вот это, конечно. Вот это, конечно, я дал. Они как вроде как все не так далеко уехали, самое главное. А первым вышел вообще какой-то белый, которого я доселе не видел. Вот желтый был первый какое-то время. Вот этот синий очень сильно увязался тогда за мной. Прямая. Двести двадцать, 230. Так, все, держим. Здесь меня развернуло на какой-то, блядь, херне. Блин, ударил. Не вписался маленько.
Да, ох, там кто-то полетел. Полминуты осталось. Твою мать. Поехал. Фух, это моя ошибка, конечно. Пропустил я торможение. Сильно пропустил. Еле вырулил. Думал, не вырулю. Финиш. Фух. С первого раза хоть. Так, миссия успешно завершена. За 10:48 мы сделали. Лучший круг достался какому-то Джейми, который пришел на четвертом месте. Так, а далее у нас... Что у нас будет? А, просто заезд в Австралии на... Ну, на той тачке, которую мы выберем, это, скорее всего, у нас будет гелик. Ну, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставить комментарии. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока.